Здравствуйте, любители виноградной лозы. Сегодня 25 мая. Перед нами куст винограда под названием гибрид белый. Это не укрывной сорт. Я уже про него снимал видео, у меня на канале есть. По ссылке вы можете перейти на предыдущее видео про этот кустик. Посмотрим, что на данный момент с ним творится. Ну, во-первых, я вижу, что на него что-то напало. Очень листья покрутились. Я уже его опрыскивал от клеща по нижней части листа. Похоже, что это клещ, но как бы и похоже, и не похоже. Но на всякий случай я прошелся от клеща. Вот, мы здесь оставляли два побега, которые будут расти. Вот он, один побег, вот второй. Вот они развиваются. Уже вот это можно подвязать сюда, этот еще маленький. Пусть развиваются дальше, посмотрим про дальнейшее развитие, что с ними будет дальше. Если вам интересно дальнейшее развитие этого куста, подписывайтесь на канал, и вы будете смотреть обновленное видео. Если вам видео было полезно, ставьте лайки. До новых встреч!